Медработники пробежали кардиокросс. Сегодня, во Всемирный день сердца, по всей республике ровно в 11 часов стартовал здоровый забег. В Стерлитамаке дистанция началась от клинической больницы номер 1. Сотня участников пробежала вокруг дворца спорта Стерлитамак-арена и вернулась обратно. Чуть раньше для медицинских работников и горожан организаторы провели зарядку. Когда больше время проводит за компьютером, сидит, то есть это первые признаки гиподинамии, то есть малого движения во время своего основного рабочего процесса. Поэтому необходимо делать остановки, так скажем, минуты отдыха для глаз, для умственной нагрузки, заменять это физическими процедурами в виде зарядок, упражнений, подтягиваний. Весь день возле больницы работали две машины, оборудованные аппаратурой для диагностики сердца. Бесплатное обследование предоставлялось всем желающим.